Привет, с вами Тору, вы на канале Nissan Race, и сегодня мы продолжаем прохождение DLC для САО. И, к сожалению, сегодня вряд ли получится запланированный стрим, который должен, по идее, быть 4 часа. Но в итоге, после вчерашних 8 часов стрима, я вряд ли сегодня... Мне бы часика 2 хотя бы... Постримите, я успокоюсь, уже будет хорошо. Потому что я вчера еще и лег. Какой вчера? Сегодня? Сегодня еще и в 6 утра лег после вчерашнего стрима, так что. Не знаю, если на 2 часа нас хватит, то в принципе уже хорошо. Ну и ладно, так, наверное, даже будет лучше, правильно? Потому что завтра нас снова ждет большой стрим по Геншину. Может, даже и не один. Может быть, как и вчера, их будет 2 штуки. Поэтому, да, сегодня перенапрягаться что-то вообще не хочется. Но диалогов все равно сегодня будет много. И, кстати, да, я вспомнил, на чем закончился наш предыдущий стрим. Мы получили какое-то убогое копье для убогих копейщиков. И что? И где справедливость? И как это вообще понимать? Где луки для смелых и отважных лучников? Тьфу. Ужас. Так, ну а мы отправляемся на следующий этап, я так понимаю, да? Так, да, кооп недоступен, поехали. Привет тем, кто к нам только-только присоединился. Знаете, что самое такое больное в чате может быть, когда ты не ел? Ну, ты проснулся, ты 2 кружечки кофе всосал, покурил, сидишь такой, а в чате есть пельмешек, но он в чате. Он не у тебя на столе, он в чате. Это больно, это очень больно. Хорошо, Кирита, Юджио, вы готовы? Всегда. Готовы. Следующий потенциальный ресурс находится в руинах выстава Риетя. Асуна и остальные отправились туда на разведку, но ничего не нашли. У нас проблемы со связью. Нужно туда пойти и встретиться с ними лично. Понятно. Чего? Все еще печалишься из-за прошлого задания? Да, кардинал, печалюсь, потому что там копье было в награду. Копье, Карл, копье для мерзких копейщиков. Где же благородные луки для благородных лучников? Хочешь, я сам туда отправлюсь? Да нет, я тоже пойду. Мы уже растоптали любовь великана ради священного объекта. Нужно продолжать. Может, еще чего-нибудь растопчем, да? Ладно, Кирита. Не волнуйся, кардинал. Я присмотрю за ним. Умо, удачи вам. Но еще бы, после того, как они в пустыне спали под одним одеялком. Еще бы Юджио не пошел-то. Ай, господи, божечки. Надеюсь, сегодня игра нас побережет. В смысле, слава богу, есть Юджио. Мы помним, чем закончилось приключение в пустыне. Тут, знаете ли, такое себе. Непонятно, это плюс или минус. Да, после вчерашнего от кашля избавиться, блин, не получается. Так. Отмеченная цель — ущелье Тонлени. Это где? Это куда? Так, ну, у нас вообще Истовариет, поэтому нам, наверное, куда-то туда, но это не точно, господи. Ага. 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 И если как-то логически попытаться рассудить, то, скорее всего, мы отсюда можем, да? Туда попасть. А вот, как бы, наверное... Куда-то сюда? Наверное, из города мы сможем. Да, проблем есть, это игра на плойку. Но она уже относительно старенькая, вот. DLC вышла, самое время пощупать.
Так. Да неужели, да неужели? Моя чуйка меня не... Моя чуйка меня подвела, и притащились мы, в принципе-то, не туда, куда нужно было. Так, погодите, или это автопуть издевается, и мы притащили... Так, ничего не понятно. Да нет, скорее всего мы... Ладно, пойдем, пойдем, пойдем по автопути, куда-нибудь он нас приведет. Ренат, ну что там будет? Я ой. Что еще там может быть? После прошлого стрима я в этом даже не сомневаюсь. Мы уже увидели все, что только можно было увидеть. Эх. Я не знаю, нас в какие-то крайне странные места ведут. Так, погодите, и куда нас привели-то в итоге? Так, ну, допустим, хорошо. Я ничего не понимаю. Так, нет. А возможно, переход находится здесь? Так. Нижняя область, та область и вон та область. Да как-то тоже не очень похоже. А может быть здесь? И тоже не очень похоже. А так а, это... А куда идти-то? Ха, подождите. А тут, знаете, небольшие проблемки возникли. Так, так. Слушайте, ну вот же вроде бы этот переход, нет? Или нет? Фу, да, все. А чуйка меня не совсем подвела, все верно. Еще одна новая локация. Да, у нас в прошлой главе была настолько крепкая дружба. Ущелье Танлени. Империя Истовариеп. Так, 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 так. А если в этой главе не будет лука, то... Ах, как же я расстроюсь. После всего, через что мы прошли. Мы попадем в каньон отсюда. Благодаря реке Систаир. Здесь полно растений и животных. И почему-то все вокруг красное. Кирита. А, Юджо, не надо меня так пугать. Чего? Ну, я говорил с тобой все это время, вообще-то. А, извини. Ты до сих пор переживаешь из-за пустыни? Кирита, брось, брось это. Да, я просто думал о цветке железного древа. Это все моя вина. Я не думаю, что достоин им пользоваться. Правильно, правильно, брось это мерзкое копье. Предлагаю оставить копье мерзким копейщикам. Кирита, прошлое не вернуть. Что сделано, то сделано. Великан мертв, но его чувства стали священным объектом. А мы должны жить в настоящем. Да, ты прав. Дух великана живет в этом оружии. Если бы он затаил обиду, то не помогал бы тебе. Ты ведь можешь им пользоваться, правда? Это значит, что все в порядке. Он принимает тебя, Кирита. Ты так думаешь?
Он признал, что совершил все злодеяния из-за ярости. Он осознал, что ты был прав. Это правда. Соберись, Кирита. Если бы я хандрил, ты бы сказал мне то же самое. Да, прости. О, какой ты мрачный! Кстати, я никому не говорил, но даже Элдри волновался о тебе. Элдри? Ты не пришел на пиршество, и он сказал, что ты должна быть опечален. Ах да, я забыла о праздничном ужине. Вот черт. Проблемка, давай, удачки. А, теперь ты стал еще печальнее. Ну уже, воспрянь духом. Не получается. Ну нет, а мы устроим праздник. Я сообщу об этом кардиналу. А, ясно. А новости какие-нибудь об Асуне и остальных есть? Похоже, связь с Асуной восстановлена. Во всем была виновата погода. Местные проблемы еще не решены, но они оказались несрочными. А, ладно. Кстати, да, у нас же в прошлой главе Такирита себе нашел две новых жены в гарем. А там одна как бы просто на него повесилась, а вторая сказала: «Все, женись теперь на мне». И отец ее сказал: «Да, женись теперь на ней, и все». Поэтому Сасуне лучше как-то поосторожнее быть, что ли. Ладно, Юджио, пойдем и встретимся с ними. Да, давай пройдем через каньон. Уверен, нас уже ждут. Опенинг новой мобильной сал... А еще не видел. Ну, что-то интересно стало. Или точнее, новый опенинг старой мобильной САО. Надо бы глянуть. Так, новые священные статуи, которые я еще и в прошлой локации-то не разблокировал. Может быть, мы все-таки... А, все. Окей. Тут главное, чтобы все было как с великанами из прошлой главы. Чтобы за них просто давали много опыта. А все? А нам-то больше и не нужно ничего. Все мы прекрасно понимаем, зачем мы здесь собрались, за опытом. Не, ну мобильная САО, которая по алисизации, да и, собственно, персонаж, который там, Эйдис, по-моему, если я правильно помню, рыцарь единства. Вот там персонаж игровой, он офигенный просто. Я даже, по-моему, начинал... А, да. Почему, по-моему? Я начинал ее проходить, там даже видосики на канале валяются по этому поводу. Старенькие, древние, но... Начало сюжета, по крайней мере, там есть. Я в первый раз в таком месте. Эту тропу недавно обнаружили после оползня. Нужные нам древние руины находятся в конце пути. Да, здесь можно кем угодно играть. Кирита! О, Сирика, ты с Асуной? Кирита, нам сказали, ты флиртуешь направо и налево. Как это понимать? Я говорил, что лучше бы не спешить с ними встречаться, потому что его слава его явно опережает. И да, как бы две новые девушки в гареме, и как объяснять? Хотя подождите, а кто им мог рассказать, когда видел это только Юджио? Юджио, мышь! Чего? Ты о чем? Юджио нам все рассказал. Ля ты крыса. Но, Кирита,
кто тебе приглянулся на этот раз? Ля ты крыса. Юджио, что происходит? Объясни мне, прошу. А, в смысле? Я просто сказал им, как все было. Прости, что задерживаю. Дай мне минутку. Синон уже тетиву натянула. А, ты не могла бы перестать целиться в меня, пожалуйста? Она уже в боевой изготовке. Даже Асуно пока стоит спокойно, но Синон уже все. Это зависит от твоих ответов, Кирита. Чего? Но это же уже перебор. Да нет, вроде бы. По заслугам же. Кость, привет. Не надо в меня стрелять! Ты задела мою щеку! Прости, но я не собиралась стрелять. Это вышло случайно. И мы все... верим, конечно же. Саре, привет. Это не оправдание. Успокойтесь, Кирита, мы можем поговорить. Какая-то она слишком спокойная. А вот теперь не очень, судя по тону. А, конечно. Помянем. Думаю, я понимаю, что происходит. Какая щекотливая ситуация, да? Да уж. Думаю, он просто глупый. И как бы и все. А что еще сказать-то? Ну а все. Лифа прекрасно знает своего брата. Да уж. Прости, Кирита. Ты вообще, крыса, молчи. Я просто рассказал о том, что произошло в пустыне. Да пошел ты. Ну да ладно, все нормально, Юджио. Ты ничего плохого не сделал. Только сдал своего лучшего друга на растерзание. Это и стаи львиц. Стоит тебя отпустить, как ты начинаешь бегать за каждой юбкой. Чего? Лиз, произошло недопонимание. Не надо так злиться. Свасти, привет. Асуна, ты слишком много прощаешь. Даже если он глупый, это все плохо кончится. Ну, Сирику или Синон это не остановило. А Лифу тоже. А благодаря ему у меня появилось много хороших подруг. Ну да, кстати, они что, все так и познакомились. Ой, действительно так. Простите меня, если бы я только был сильнее. Да не подыгрывай Юджио! Да ладно, ладно, хорошо, все, хватит глупостей. Давайте закончим на сегодня. Серьезно, но это было лишь недопонимание. Я даже отказался от предложения жениться. Ой, бля, язык твой, враг твой, зачем ты сказала, что тебе предлагали? Значит, у тебя нет толп поклонниц. Нет, ну я не думаю, что кардинал неправильно поняла, что сказал Юджио. Думаю, кардинал неправильно поняла, что сказал Юджио. Да уж, похоже, ничего не поделаешь. Спасибо за понимание, Лиз. А ты, Юджио. В следующий раз мы будем докладывать вместе, ясно? Да хватит, щекотно же. Вы такие бодрые. Кардинал сказала, что ты чем-то расстроен. Но, похоже, мы зря переживали. А тут особо велика, не будешь волноваться, когда Синон в тебя стреляет. Она так сказала? А, прости, что заставил волноваться. А может, она специально приукрасила отчет Юджио? Угу, скорее всего, все так и было. Нет, кардинал не из тех, кто будет так шутить. Она из тех, кто будет так шутить. Вы это слышали? Да, вперед! Это хранитель руин. Думаю, ключ у него. О, Ирисы на возвышение же, да?
Он быстро регенерирует. Мы не смогли с ним справиться. Черт, и сложная задачка же. Да, из-за него мы не можем попасть внутрь. Тогда разберемся с ним. Юджо, каков план? Ты забыл о моем идеальном владении. Ты забыл о моем. Как оно там? Идеальное подчинение. Короче, ты забыл о моем идеальном владении оружием, что ли? А, точно. Думаю, можно попробовать. Ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А чё, где? Ага. Поехали. Непонятно, зачем нам нужно в эти руины, но нужно. Кардинал сказала. Поехали. Надо бы еще еды на опыт. О, точно, 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 точно. Как я забыл-то? Кирито, смотри. Это... Да это ж просто вредитель. Осторожнее, он сильнее, чем кажется. Юджо, помнишь наш план? Я отойду назад и оставлю и остановлю его регенерацию, когда ты его ослабишь. Верно, за дело. Так, подождите, за дело-то за дело. Где? Где бафы на экспута? Рара, так, 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 так. Что нам нужно? Но этого мало. Опыт еще плюс 100%, плюс кольцо, кольцо, кольцо у нас должно быть на опыт, если я правильно помню. Да, плюс 50% опыта. Ну, собственно, а все. Ну ладно, оно хотя бы какое-то пухленькое и не умирает с одного удара. Ну, в теории. Как же давно я уже не тыкал врагов со щитами-то? Наверное, больше года. Угу. Так, он же там не регенерирует, да, пока на нем щит? Да не, вроде бы. А как щиточки-то снимались? Он сам спадет или... Да, он сам спадет. Ага, ага. Ну ладно, мы же никуда в принципе не спешим. Мы можем и подождать, пока он спадет. Все равно там Юджи упинают, а не меня. Или цепями щиток ломался, или где, или как он вообще сбивался-то? Ну давай! Только не кастуй, только не кастуй! А, все, закончился он почти. Ну, щиты хили чурлов хотя бы понятно, как сбивать. Юджо, давай!
Мы остановили его регенерацию. Лифа? Кирита, ты это видел? А вот так комплимент. Пожалуй, мне стоило убить его. А что за комплимент-то? Я немножко провтыкал. Да нет, Синон, ты отлично нас прикрывала. А я? Почему ты не позвал меня? Ну, Асуна, не веди себя так. Там было много льда, и я решил, что Лифа лучше подойдет из-за ее атаки с воздуха. Но ты отличный целитель, Асуна. Или тебя снова называть берсерком-целителем? Да хватит! Я перестану быть целителем. Ой, да ладно тебе. А что насчет меня? Я много сражалась и прыгала. Почему бы не позвать меня? А, ну, да. Ну, Силика, что полезного Силика делала? Ну, она много прыгала. А все. И чем этот аргумент крыть-то? Моих сил все еще недостаточно. Да не-не. Я знаю, что ты очень стараешься. Ты стала лучше, честно. И прыгаешь уже почти как козочка. Серьезно? А я... Чё? Я не услышала ни единой похвалы в свой адрес. А, ну... Твоя характеристика силы повысилась? Почему ты только меня хвалишь каком-то странном... Почему ты меня хвалишь только каким-то странным игровым образом? Ничего себе, Кирита. Если так происходит каждый раз, тяжело тебе жить, дружище. Да, сложно удержать всех в узде. Проблема не в нас. Это ты все время убегаешь и попадаешь в неприятности. Ну, ладно, это правда. Вместе мы как-нибудь это исправим. Может, тебе и тяжело, но выглядишь довольным. Солнце почти зашло. Идем внутрь руин. А, ладно, идем, Лиз. Ну, не знаю. Стоит ли с ним идти, да? А выбора-то у нас нет. Кстати, мы не апнулись ли часом? 84-й не апнулись. А, ну, в смысле? А мы его не полностью добили, получается, да? Его добила Лифа. Эй, Ола. А воплощение руководства... Хлам. Полагаю, что хлам. Ладно, пойдем в руины. На руины, видимо, это вот этот переход, да? Угу. Еще кофе закончилось, как вовремя, как вовремя. Еще и карты здесь нет. А я надеюсь просто, что эти руины обойдутся без загадок и всего прочего. Мне этого в немножко другой игре хватает с головой. Давайте мы просто придем, затычем кого нужно и просто уйдем, и все. Не нужно все усложнять. О, пещера! Она явно неестественного происхождения. Наверное, это шахта. Думаешь, ее вырыли? Да, я вижу отметины. Наверное, ее недавно раскопали священным искусством.
Прохода нет. Похоже, случился обвал. Чего? Мы противника победили, но... Это не единственный путь внутрь. Кто бы ни вырыл эту пещеру, он искал обходной путь. Блин, ну это как-то уж слишком сложно для обычных расхитителей гробниц. Расхитителей гробниц? А что это за священный долг? А, ну это воровство. А скорее нарушение кодекса запретов, чем священный долг. Брать ничейные вещи не запрещено. Помнишь ведь про мой меч? А, точно. Логично. То есть, по сути, расхитители гробниц здесь вполне себе законное занятие. И все же, не каждый расхититель может пользоваться священными искусствами. Многовато копания для одного человека. Возможно, их было много. А дворянин или мэр отдавали приказы. Не хочется мне с дворянами связываться. Последний раз, когда мы связались с дворянами, там, по-моему, один без руки остался, второй умер, так что... А, не надо. Да, нам их хватило в Академии Мастеров Меча. Ребята, там вон чё-то есть. Чего такое, Силика? Фреска? Кажется, это карта. Похоже на пройденный нами путь. А давайте вот без этого. Давайте мы просто пройдем без всяких фресок. Странно, что у подземелья есть карта. Но я не жалуюсь. Если я правильно понимаю, руины ведут к трем подземным лабиринтам. Первый — лабиринт льда. Второй — лабиринт воды. И третий — дымный лабиринт. В каждом из них скрыт алтарь. Это похоже на сокровища. Эй, Кирита, а посмотри-ка сюда. А кто эти два солдата и девушка? Девушка похожа на ведьму. Администратор, короче. Это очень странно. Два солдата и ведьма. И правда странно. Ну, смысла переживать нет. Пойдем осмотрим площадь. Ведьмой здесь, я помню, называли только одного персонажа. И это как раз-таки была администратор. Так, ладно, фиг с этой пещерой. Пока пойдем, куда ведут, чтобы не заблудиться. А с другой стороны, и сундуки пропускать не хочется, но за ними, если что, всегда можно вернуться. И врагов почти нет. Короче, странное место максимально. Да и за врагов этих опыта почти не дают. Врагов мало, и они бесполезные. А вот как бы и все. Так, ясно, умирать мы не очень собираемся. Да за них вообще почти опыта не дают. И как 110-й апать? Идем, Кирита. Что за... Входы в подземный лабиринт разрушены? Все три входа уничтожены? Даже у педантичности должны быть пределы. А здесь тоже есть следы факелов, как и в шахте. Это было сделано специально.
Черт, ну почему все не могло пройти гладко? Думаю, дальше нам не пробраться. Я не хочу сдаваться. Нужный нам ресурс должен быть в одном из лабиринтов. Надо придумать, как пройти дальше. Но как нам это сделать? Но завал не перекрыл проход полностью. Сквозь него дует ветер. Если убрать часть камней, мы сможем пролезть внутрь. Ладно. Я, Юджо и Лиза будем убирать камни, на которые укажет Синон. Чего? Почему я должна таскать тяжести? Ну, мы тебя похвалили за то, что ты стала посильнее, вот, отрабатывай. Да ладно тебе, мы с Юджо одни не справимся. Нам нужна твоя помощь. Ладно. Эй, Кирита! Чего шепчешь-то? Не забывай, что Лиз вообще-то. Ну как бы, если ты не заметил, все-таки девушка. В смысле? А что такого-то? Ты ее обидишь, если будешь постоянно делать акцент на ее силе. Думаешь? Да, в следующий раз я в следующий раз я об этом упомяну. Общайся с ней, словно она стеклянная. А, ну ладно. Тогда дай мне знать, если я скажу что-нибудь не то. Чувствую, давать знать он будет нам часто. Даже очень. Фу, наконец-то мы можем пробраться внутрь. Руины старые, будьте осторожны. Все может обвалиться в любой момент. А мы движемся небольшим отрядом, но нужно кого-нибудь оставить здесь. Да, да, да. Ну, Юджо явно в этом разбирается. Хотел бы я сказать больше, но судя по его отношениям с Ранье... Ой, с Ранье или... Или не с Ранье. Ранье это же Кирита как раз таки. Стиса, во! А вот, по, вот судя по его отношениям с ней, он сам не великий-то и мастер в общении с девушками. Я пойду с Кирита. И можно взять кого-нибудь еще. Лиз. Кого выберешь? Проход в лабиринт льда самый большой, но я пролезу, и в остальные тоже. Думаю, моя грудь великовата, чтобы пролезть в них. Ой, да, хорошо, ладно. Ну, об этом должны были мы, конечно же, пошутить, но Лифа сделала это раньше. А Синон пролезет. А все. Ты что так уставилась? А вот и нет. Сначала исследуем лабиринт льда. Родик, спасибо. Спасибо за 100 рублей. А какие предметы, смотря из лутбоксов? Там просто есть такие предметы, которые даже я не понимаю, как использовать, типа для зачарования оружия и все такое. А обычные предметы, они просто используются. Ну, свитки и прочее. Ты напиши, какой предмет, и сразу станет все понятнее. А мы расширим проходы поменьше. Кирита, выбери, с кем ты хочешь пойти. А, кольца, так их нужно получить. И они вполне себе используются. Ну, сейчас мы разберемся с этим. А, ну ладно. Кирита, я останусь здесь и буду заниматься исцелением. А ты разберись с остальным. Асуна, у тебя терпение святой. Да нет, она ему потом пузико-то вскроет. Ладно, я выбрал. С нами пойдет Лиз. Я? А ты против? Нет, но мне нужно бы приготовиться. Зачем? Ты же сильна как... Ой, какого черта, Юджио? Словно стеклянная, Кирита, словно стеклянная. А, да, ладно, ну, Лиз, все будет хорошо, обещаю, я присмотрю за тобой. Что? Если тебя что-то беспокоит, мы вместе с этим разберемся. Я рядом, а вот теперь, по-моему, он немножко перебарщивает, потому что Асуна-то рядом. Ладно. Тогда я пойду внутрь. Перестарался. Хорошо, мы с Кирито проверим ледяную пещеру.
На Тасуны точно будет боник. Огромный причем. А если ты о кольцах, которые у нас находятся, если мы зайдем в предметы, и они находятся вот здесь, и типа здесь о кольцах нет вот только информации и все, типа подробнее, то кольца используются просто, вон те кольца, допустим, с опытом, да? Они все вот здесь. Все, вот, вот оно кольцо, которое как раз-таки было получено. Все эти кольца, вот они. Они сразу же попадают в снаряжение, как только их забираешь из подарочной коробки. Как только их вот отсюда забираешь, вот таким образом они сразу попадают туда. И просто через снаряжение напяливаешь кольца. А лучше бы Сирику. Лучше бы Асуну вообще, как бы. Но нам такого выбора не дали. Нам вообще выбора не дали. А, там их нету? Ну, блин, тут тогда хз, должны быть. Больше на баг похоже. Кирита, смотри, во льду что-то вырезано. Снежинка. Логично. Внутри и... по всему льду. Интересно, что это значит? Явно ничего хорошего. Но если кольца забираешь из коробки, то все, они по-любому должны уже быть в инвентаре. Ну, по крайней мере, так это должно работать. В теории. Не знаю, возможно, это ловушка. А может, так отмечены скользкие места? Возможно. Надо продвигаться осторожнее. Так Лифа причем сама тему груди подняла. Мы даже... нет, мы бы, может быть, даже эту тему тоже не подняли, но... Да ладно, кого обманываем-то? Конечно, подняли бы. Как только нам показали бы снова Лифу, мы бы такие посмотрели на... дырочку, которую мы расчистили, и такие... О, Лифочка, а тут косячок, не пролезешь, не пролезешь. Ну, это уже арена. Это уже арена. Собачки. Не такие мерзкие, как в Геншине. Не такие мерзкие. И близко не такие мерзкие. Ну а как же без ловушки-то? Дальше нам не пройти. Все, тоже мне ловушку нашли. А, и волки 60 уровня, да? Ловушка. Ужас-то какой. А все, вся ловушка. Ну и само собой опыта за них по нулям просто. Он даже не чувствуется, что он есть. А, тям, так. Стойте. А, нам 20 врагов набить нужно. То есть они будут здесь так и спавниться. Видимо, мы убили их слишком рано. Да, 20 штук нужно собакинов-то натыкать. А вот ресурсы с них, то есть ресурсы, снаряжение с них падает. Угу. Да вот бы еще и опыт давали. Да, у меня большие вопросы уже возникают, а как апать-то дальше, если на великанах уже в начале прям той самой головы мы получали огромное количество опыта за великанов, то тут что-то прям вообще с этим все плохо.
И все. Да, лук больше персонажа. Ну, потому что у нас лоля немножко. А так, в целом-то да. Но это не потому, что лук большой, это потому, что она маленькая. Так, подобраться к отмеченной цели. Куда? Указатель не работает, поэтому... А все. Нет, немножко не та отмеченная цель. Вон туда. Ну, странно. Это должна была быть арена какая-то. Она же огромная, и нам тут тыкнули немножко собачек. Серьезно? Не, ну лук на самом деле больше персонажа. Тут как бы да. Или правильнее сказать, персонаж меньше лука. И по-прежнему пока нигде нету точки сохранения. Впрочем, как обычно. Дайте мне где-нибудь засейвиться. Ну честно, мне надо. Мне очень-очень надо. Только не ешь. Что это? О, грибы. Как они здесь растут-то? Ух ты, они мягкие и упругие. Не ешь. Не стоит их трогать. Да все будет нормально. Все в плесени. Это споры, Кирита, ну предупреждал же. Надо запомнить, что нельзя трогать грибы. Ну, как бы, логика. Зачем их вообще трогать было, непонятно. Так, нам туда? Или нам все-таки сюда? Карту дайте, ироды. Я хочу видеть, куда я бегу. Так, ну, допустим. Ну, там, видимо, грибы такие же, как и ледник, так что. Так, у нас проблемки намечаются. Я просто не понимаю, я заблудился или еще нет? Нет, я не заблудился. Чудеса случаются. Так, ну а это уже похоже как бы на все. На финал ледяного зала. Или нет? О, обрыв. Да, упадешь туда, и тебе крышка. Похоже, здесь когда-то был мост. Думаешь, его разрушили те, кто завалил шахту? Наверное. Ну, и что теперь? Ну, нам точно не перепрыгнуть 10 мел. Да ладно, там же вот... Так успей, там переступить можно. Эй, Юджо, здесь холодно. Да, пол и стены покрыты льдом. Логично. А ты можешь использовать свой клинок синей розы и сделать, например, мост изо льда, кстати. Не знаю, получится ли, но могу попробовать. Вот это да. Ничего себе, получилось. Лишь бы не развалился. Да не развалится. Он трещит, я боюсь по нему идти. Не глупи, Лиз. Тебе по силам сражаться с огромными зверями, так что...
И вообще, бери ее на руки и неси. Словно стеклянная, Кирита. Словно стеклянная. А, со мной ты в безопасности, Лиз. Верь мне. Что ты делаешь? А, что? Эй, руки! А я говорил, ага. А все, не волнуйся, я перенесу тебя. И Юджио потом, когда вернется к Асуне, это ж все, это ж будет опять Асуна. А Кирита как бы Лиз на руках там носил и все такое. Я не доверяю Юджио больше в этих вопросах. Обязательно нести меня как невесту. А если тебе не нравится, я тебя отпущу. Да нет, просто... Дурак, забудь, что я сказала. Что-то не так? Бедный Юджио, он вынужден за всем этим наблюдать. Просто будь со мной нежнее. Да, моя госпожа. Я так с ума сойду. А, все. А, вот и все. Отпусти меня уже. Ладно, ладно, хватит дергаться. И это ты во всем виноват. Ой, забудь. Вообще-то Юджио во всем виноват, ну ладно. Я тебя чем-то расстроил? Тебе стоит делать это почаще. А. 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 Угу. Лиз, ты что-то сказала? Да ничего. Кирита, операция «Обращайся с ней, словно она стеклянная» проходит как надо. Даже лучше, чем как надо. И в итоге, да ей явно понравилось, но у нас есть свидетель один. А, да? Да, Кирита, да. Соловна стеклянная. Угу. Надо было, чтобы нес ее Кирита еще вот в этом черном черный мечник и Лиз в черном свадебном платье. Это же идеально. Ну, было бы, в теории. Так, ребят, самое время нам сделать небольшой перерыв, буквально на 5 минут, после которого продолжим.